Михаил Круг, русский бард, исполнитель в жанре шансон и, по мнению поклонников, король русского шансона. Автор самой популярной композиции в этом жанре – песни «Владимирский централ». Настоящая фамилия Михаила Круга – Воробьев. Он родился в Твери 7 апреля 1962 года. Семья этого мальчика была интеллигентной. Родители воспитывали двух детей – Мишу и его старшую сестру. Отец имел специальность инженера-строителя, мама занимала должность бухгалтера хлопчатобумажного комбината. Дедушка был участником войны, мальчика назвали в его честь. Бытовые условия Воробьевых были далеки от идеальных. Все три поколения большого семейства занимали небольшую комнату в казарме. Но даже в таких условиях Воробьевы жили дружно. Когда Миша был совсем маленьким, он хотел стать водителем. Став постарше, мальчуган сильно увлекся музыкой. Особенно ему нравились песни Высоцкого, который был для мальчишки настоящим кумиром. Он во всем хотел походить на знаменитого певца, но для этого нужна была гитара. Когда сыну исполнилось 11 лет, родители подарили ему заветный инструмент. Сосед показал подростку несколько популярных аккордов, которые тот на удивление быстро запомнил. Прошло всего несколько дней, и одаренный мальчик уже исполнял свои первые песни. Преподаватели музыкальной школы случайно услышали его и порекомендовали маме отправить подростка учиться в их школу. Родители в это время собирали деньги на приобретение пианино для старшей дочки. Платить за учебу сына они просто не могли. Однако Мише повезло. Его зачислили на бесплатное отделение в класс игры на баяне. Сама игра на инструменте мальчику очень нравилась, но хор и сольфеджио наливали на него скуку, с которой он не смог справиться. Через полгода Миша просто перестал посещать музыкальную школу. С образованием у Михаила всегда были проблемы, оно не увлекало его. Даже в средней школе он частенько сбегал с уроков. Он был средним учеником, ничем не выделявшимся на общем фоне класса. Но зато Михаил любил спорт. Увлекался хоккеем, футболом, был вратарем. Получив аттестат о среднем образовании, Воробьев поступает в ПТУ, учится на автослесаря. Автомобили всегда живо интересовали его, и в ПТУ он учится гораздо лучше, чем в школе. После окончания училища молодого человека призывают на срочную службу в армию. Вернувшись после службы домой, парень устраивается на работу. Развозит по торговым точкам молочную продукцию. Однажды его чуть было не выгнали с работы за дерзкую выходку. Он отвозил молочку в разные магазины. Была и такая продукция, которая предназначалась для партийной верхушки Твери. Естественно, она очень отличалась по своему качеству от тех продуктов, которые поставлялись в обычные магазины. Парень отвез партийным боссам продукты низкого качества. Высококачественную молочку отдал в магазин. Был большой скандал, партийные функционеры пытались привлечь Воробьёва за спекуляцию, но у них ничего не вышло, поскольку в действиях Михаила не было состава преступления. Он остался на работе, а через 10 лет даже стал начальником. В тот период Михаил уже был женат, родители его супруги настаивали на получении высшего образования. Воробьев и сам понимает, что нужно учиться, и становится студентом политехнического вуза. Именно в этом учебном заведении началась его музыкальная биография. Как раз в тот период он получил повышение на работе, но учеба в институте, руководящая должность, угнетали Михаила. Совсем скоро он вновь вернулся к должности водителя и бросил учебу. Свои первые песни Михаил Воробьев стал писать очень рано. Когда ему было 25, в политехническом институте, где он тогда учился, проходил конкурс авторской песни. Одним из судей этого конкурса был Евгений Клячкин, знаменитый бард. Супруга уговорила Воробьева стать участником этого конкурса. Кому как не ей было знать, насколько Михаил талантлив. Перед выходом на сцену молодой исполнитель так волновался, что даже выпил немного водки. Для храбрости. Он выступил с песней про Афганистан, после этого совершенно успокоился, стал ждать результатов, совсем не веря в свою победу. В конкурсе участвовали ребята, собравшиеся со всего Советского Союза. Победителем стал Михаил Воробьев. Евгений Клячкин сказал немало добрых слов в адрес молодого исполнителя. Вдохновленный его одобрением, Воробьев через 2 года избрал себе творческий псевдоним – «Круг». Записал свой первый альбом «Тверские улицы». Именно в этом альбоме можно отыскать одну из первых песен Михаила – «Морозовский городок». Эта композиция была посвящена району, где парень жил в детстве. В дальнейшем исполнитель запишет еще 2 альбома, которые потом украли и перезаписали пираты. В итоге песни российского барда огромным тиражом разошлись по России. В начале своего творческого пути Михаил Круг завел знакомство с инструменталистами ДК «Металлист». Так была создана группа «Попутчик». В 1992 году в ресторане «Старый замок» музыкальная группа дала свой первый концерт.
Именно этот коллектив стал участником записи всех альбомов тверского барда. Первый официальный диск под названием «Жиган Лимон», который был записан на студии «Союз», вышел в 1994 году. Михаил потратил большие средства на запись сборника, но за свою работу он не получил от компании ни единой копейки. В этом альбоме очень много блатного сленга. Для создания своих блатных песен он просто применял специальный словарь НКВД, выпущенный в 1924 году. Эту книжку Барт совершенно случайно купил на барахолке, и она очень пополнила его словарный запас. Песни этого исполнителя мгновенно становились хитами, а самого Круга все чаще стали называть «звездой русского шансона». Восходящая звезда нисколько не раздражала других исполнителей этого жанра. Они относились к Кругу весьма лояльно. При этом официальная эстрада упрекала певца за потакание эстетическим запросам тех, кто связан с уголовными преступлениями. На самом деле песни Круга стали очень популярными в криминальном мире. Он и сам часто отправлялся в гастроли по исправительным учреждениям со своими концертами. В 1995 году был снят документальный фильм «Барт Михаил Круг». Через год Барт записывает свой третий альбом, получивший название «Живая струна». В том же 1996 году певец записал свой первый собственный клип «Это было вчера». В 1997 году Михаил гастролирует за границей. Он стал участником фестиваля «Русский шансон» в Германии. В этой стране Барда очень тепло приняло русскоязычное население. Четвертый альбом «Мадам» включает в себя знаменитую песню «Владимирский централ». Благодаря этой песне Михаил стал еще более популярным, но его продолжали критиковать за излишнюю тюремную романтику. Есть версия, что эту песню Михаил посвятил Саше Северу, своему давнему другу из криминального мира. Возможно, это так и есть, но официального подтверждения сам исполнитель не давал. В этом же году шансонье гастролирует по Соединенным Штатам, дает концерты в 5 городах. Круг становится лауреатом премии «Овация» в номинации «Русский шансон». В 2000 году Барт записал 6-й альбом «Мышка». После этого он гастролирует по Израилю, где его концерты пользуются неизменным успехом. В самом начале нового века, в 2001 году, знаменитый шансонье стал сотрудничать с Викой Цыгановой. Этот прекрасный дуэт исполнял песни «Лебеди», «Приходите в мой дом», «Белый снег», «Две судьбы». Диск посвящения вышел после трагической гибели Барда. Его выпустили в память о рано ушедшем певце. Последний альбом исполнителя носит название «Исповедь». Михаил Круг успел записать его незадолго до своей гибели. Знаменитый шансонье был женат дважды. Его первая избранница Светлана была невероятно талантливой женщиной. Молодые люди познакомились в 1986 году. Девушка в это время была студенткой и очень увлекалась музыкой. В музыкальном коллективе Политехнического института она была соло-гитаристкой. Светлана стала настоящей музой для Михаила. Она оказывала ему всемерную поддержку, старалась развивать его способности, отыскивала фестивали и конкурсы, где бы он мог показать свой талант. Через год после знакомства молодые люди поженились. Светлана – отличница, окончившая престижный вуз, а ее супруг совсем не имел тяги к образованию. И это очень не нравилось родителям Светы, особенно маме, которая фактически была главой семейства. В молодой семье появился ребенок Дима, жить стало еще сложнее. Вместе супруги прожили только 4 года, затем последовал развод. Дмитрий внешне очень похож на своего отца, он получил хорошее образование, работает в правоохранительных органах. В 2000 году Круг заключил 2-й брак с Ириной Глазко. Он познакомился с этой красивой женщиной на гастролях в Челябинске. Предложил ей работать костюмером в своем коллективе. Ирина приняла предложение, затем целый год шансонье присматривался к ней. Михаил больше не хотел ошибаться. В 2001 году он предложил Ирине жить вместе. В 2002 году родился совместный сын Саша. Когда Михаил погиб, Ирина продолжила его дело, теперь она – исполнительница Ирина Круг. Певец погиб от рук неизвестных людей, которые напали на его дом в ночное время. В доме находились дети, Ирина, ее мать и сам певец. Михаила несколько раз выстрелили из пистолетов. Ирине очень повезло, она успела спрятаться в доме своих соседей. Пожилую женщину, тещу певца, нападавшие сильно избили. И только дети остались целыми и невредимыми. Они спокойно спали в своих комнатах. Михаил, получивший несколько пуль, сумел найти в себе силы, чтобы добраться до соседнего дома. Когда приехала скорая помощь, он был в сознании и даже пытался шутить с врачами. По прибытии в больницу он сразу же попал на операционный стол. Доктора делали все возможное, но им не удалось спасти знаменитого барда. К утру певца не стало. Его гибель стала большим ударом для близких и поклонников. Прощание шансонье проходило в Тверском драмтеатре. Траурная процессия растянулась на несколько километров.
Вдове удалось опознать одного из убийц мужа. Это был Александр Агеев, один из членов банды «Тверские волки». Банду арестовали в 2008 году, но причастность Агеева к убийству Круга доказать не удалось. За другие преступления Агеев получил пожизненное заключение. Согласно последним показаниям Агеева, в их планы не входило убивать певца. Нужно было лишь разыграть хитрую комбинацию. По версии следствия, всем руководил Александр Костенко по прозвищу Лом. По плану, разработанному его соратником Александром Осиповым, вечером 30 июня 2002 года Михаил Круг должен был выступать на дне города, а затем остаться смотреть салют. Поэтому бандиты рассчитывали, что дома никого не будет. Как предполагали преступники, Агеев и Веселов ограбили бы дом Шансонье, а позже Круг должен был прийти к Лому с просьбой найти его похищенные вещи. Таким образом, певец остался бы в долгу перед Костенко и начал сотрудничать с бандитами. Например, платил бы процент с гонораров. Однако певец вернулся домой раньше и столкнулся с грабителями. Судебный процесс над членами ОПГ «Волки» начался в 2009 году. К тому времени у следователей были готовы 108 томов уголовного дела, а показания согласились дать около 500 свидетелей. 2 октября бандитам вынесли приговор. Младший волк получил пожизненный срок. Уже отбывая наказание, киллер группировки заявил, что убийца Круга был ставленник Лома, бандит Дмитрий Веселов. Убил Весело по собственному признанию младший волк, вывез в начале марта 2003 года в лесополосу и хладнокровно застрелил, закопав труп в неприметном месте. На место захоронения младший волк указал сам. По некоторым данным, Весело как убийцу мужа по фото опознала и Ирина Круг. Правоохранительные органы предпочли никак не комментировать эту версию расправы над Шансонье. Однако знающим людям она виделась наиболее правдоподобной. Днем 6 августа 2019 года сотрудники правоохранительных органов перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома, где жил Михаил Круг, и оцепили его дом. На месте работали бойцы ОМОН Росгвардии, сотрудники Федеральной службы безопасности ФСБ, Региональное управление Следственного комитета России и полиции. По словам сестры Круга Ольги Медведевой, в доме певца проводился следственный эксперимент. Следователи накануне визита попросили ее убрать все острые предметы в доме, где был убит Круг. «Меня предупредили заранее, сама я находилась в отдельной комнате, откуда на протяжении всего следственного эксперимента не выходила», – рассказала она. К дому в автозаке привезли закованного в наручники мужчину, которого Медведева раньше не видела. Его водили по дому и по приусадебному участку. Мужчина что-то показывал полицейским, а они снимали его действия на камеру. Весь следственный эксперимент занял всего полчаса, после чего силовики сняли оцепление. Уже утром 7 августа СМИ назвали имя подозреваемого, которого привозили на улицу Освобождения. Им оказался все тот же Александр Агеев. Кроме того, в Тверь в рамках расследования уголовного дела доставили и младшего волка, назвавшего себя убийцей Весело. По предварительным данным, именно младший волк дал показания на Агеева, после чего последний подтвердил его слова и написал чистосердечное признание. Оба осужденных встретились с научной ставки в Твери. До этого обоих допросили следователи и оперативники уголовного розыска. Кажется, одно из самых громких преступлений в истории современной России как никогда близко к раскрытию. Но почему члены ОПГ «Волки» молчали так долго? Ответ до банального прост. И младший волк, и Александр Агеев отбывают пожизненные тюремные сроки в крайне суровых условиях. Возобновленные следственные действия по делу об убийстве Михаила Круга позволили осужденным на время покинуть колонии особого режима и находиться в СИЗО, где режим гораздо мягче. Фактически они получили своеобразный отпуск. Этим приемом, внезапно сознаться в давних преступлениях ради путевки в СИЗО, нередко пользуются пожизненно осужденные. Вполне возможно, что в будущем, благодаря запоздалым признаниям зэков, будет раскрыто еще не одно громкое убийство из лихих 90-х. Впрочем, причастность Агеева к убийству Круга остается всего лишь версией. Его привозили в дом артиста не в качестве подозреваемого, а только для того, чтобы проверить его слова о причастности к убийству. То есть версию обязаны проверить, провести проверку показаний на месте. Следствие пока склонно считать, что это признание для пожизненно осужденного своего рода отдушина, возможность ненадолго вырваться из колонии поближе к дому. Бывший оперативник, работавший в Твери в 2002 году, когда убили Михаила Круга, заметил, что Агеев не очень похож на человека, который был в тогдашней ориентировке. Внешне он крупнее злоумышленника, которого в то время описывали свидетели. Михаилу Кругу было всего 40 лет, у него было много планов, которые так и не удалось исполнить. Это был великодушный и щедрый человек с прямым характером. Его песни были искренними и душевными. Именно поэтому их и любят и слушают до сих пор. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.